Самоделкин, DIY-щик, очумелец. Мы называем этих людей по-разному. Эти изобретательные умы даруют нам величайшие изобретения и забавные безделушки. Однако творческий порыв зачастую слишком увлекает этих гениальных людей. Они красят, лачат, применяют прочие лакокрасочные материалы, забыв открыть форточку. Не будьте безразличны. Увидев DIY-щика с банкой лака, не забудьте открыть ему окно. Сделаем этот мир добрее вместе.